А 56-летний житель Первомайского района Пензы, в свою очередь, должен крупную сумму денег банку. Речь идет почти о 3 миллионах рублей, которые мужчина взял в кредит, попавшись на уловку телефонных мошенников. Злоумышленники использовали нехитрую схему, которая в очередной раз позволила им обогатиться на доверчивости граждан. Так потерпевшему позвонила девушка, представилась специалистом бюджетного учреждения и сообщила, что неизвестные пытаются оформить на имя клиента заем. Затем с гражданином связался якобы сотрудник правоохранительных органов. Пояснил, что полиция ведет расследование, и чтобы сохранить свои сбережения, нужно выполнить все требования банка. После чего потерпевшему снова позвонил якобы сотрудник банка и объяснил, что ему нужно будет оформить кредит на покупку квартиры. После того, как ему выдадут кредит, необходимо будет все деньги перевести на безопасный счет. Следуя инструкциям звонившего, потерпевший в одном из банков на улице Московская города Пензы оформил кредит на покупку недвижимости на сумму более 3 300 000 рублей. Затем пензенец отправился в торговый центр, где перевел более чем на 30 абонентских номеров 2 800 000. То, что он стал жертвой аферистов, потерпевший понял лишь на следующий день и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка занимаются поиском злоумышленников.